Связь с виртуальным пространством и телефонная линия оборвались 25 февраля в 11 утра, сообщили в пресс-службе Ростелекома. Крупная авария случилась недалеко от пожарной части номер 9 на Змеиногорском тракте по вине коммунальных служб города. При вскрытии грунта экскаватор повредил два волоконно-оптических кабеля связи, частично разрушил телефонную канализацию. Без связи оказалось около 800 телефонных абонентов, живущих в пригородных поселках Центрального района, включая Южный и 4000 пользователей интернета. При этом региональная связь работала без перебоев по резервному каналу. Связистам пришлось в срочном порядке выехать на место. Работы велись весь день. Тем не менее, в 2 часа ночи 26 февраля оптические линии около 100 метров были полностью восстановлены, и абонент интернет сейчас уже онлайн в сети. Восстановление медных линий продолжается. Пока без связи остается 400 клиентов. Частично они будут восстановлены сегодня, но так как необходимо прозванивать каждого абонента, максимальный срок устранения данного повреждения – это воскресенье, 28 февраля. Алексей Янкин, Павел Лауранин, информационный канал «Город».